Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. В то время как Гариб и Эсма с волнением готовятся к свадьбе, Фарука и Фикрета занимают совершенно другой вопрос – кто где будет жить? Отношение Эсмы станет неожиданностью для Фарука с Фикретом. Получив такой ответ, они будут вынуждены пойти другим путем. Сюрея пытается найти способ, как удержать всю свою семью вместе, а ей становится тяжелее молчать о болезни Эсме. И к тому же она узнает от Санем тайну касаемо Адема. В то время как каждый пытается зацепиться за свою изменившуюся жизнь, Эсма принимает решение, которое может изменить положение дел. А посмотреть 69-ю серию турецкого сериала «Стамбульская невеста» вы сможете уже 4 января. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!